Не-не-не-не, туда пойдем. Так, всем привет. Чай перчаку, память-то пока так. Ты трейдера купил? Рейдера? Нет. А что? Подарить хочешь? Блин. Привет. Привет, привет. Егор, дезиком попрыскайся. Каким дезиком? Привет, да. Поздравляю, Сань. Да, наконец-то. Что? Ну разница, да, я говорю, что ты покупаешь на 1200, допустим, на 200 берешь. Еще корка у нас активируется. Завтра, наверное. Что там, завтра поедешь? Нет,
Блин. А мне что, один раз вот такой выигрыш? Да. Может, у меня какая-то похождение? Ты только гнала, что ли? Это единоразовая акция. Что это? Активировали 28-го. Нет, ну может быть потом это еще как к чему-то будет акция, ну там какой-то приурочен, но в данной ситуации это одноразовая ситуация. Что будет голосовать, как будет, что так друг другу рассказывают, как ты просто идешь, а как ты считаешь, идешь для возможности выиграть для меня. Как тебе просто это говорят, ну это тоже такая стимулирующая так. Акция. Ну, поп, ну иди, можешь это двинуться, блин. А я меня не видно, я же за тобой сижу, у тебя камера снизу. Не смогу. Просто там солнце, я так говорю, я там буду зажать. Я читаю. Поможешь в ПВЕ? Нет. Но я пока не хочу в ПВЕ. Позже может быть. Так. Двинься. Меня не видно. Видно тебе. Камеру включи. Она загородила, загораживающая полностью. Она не может меня просто реально. Если бы она сверху у тебя на телеке стояла, понятно. Все равно тебя видно. Да не будет меня видно, вот попробуй. Слышно будет. Дедмас, мы же договорились, что за 1500. Я тебя возвращаю. Так, блин. Не, за 2К я не буду тебе вызывать. Ты чё? Я тоже хочу себе, чтобы у меня 1300. Я обещал, но, блин, ты сначала мы договорились на 1500. Ну просто я еще хотел Тиклосу, как мы договорились, что-нибудь может подари за 500. За 1500 мы же договорились, все, я не... Больше у меня не получится, мне еще Тиклос он хочет. Ну все, мамка теперь у нас. Хвастунишка. Зарегистрируйтесь в прошлом лотерее. Там на следующий день приходит с утра, и эти призы
Лотерист фигов. У меня 2000 баллов, это 2000 рублей. Там выбираешь. Хочешь в магазине, хочешь в аптеке, тратишь. Я вместо индекс поставила фактически. Самое тупое, что можно было сделать. Ну блин, лучше в каком-нибудь в этом поставить бургер. А куда ты? А туда Переделкин поедешь голосовать? А? Пап, ты Переделкин поедешь? Я не знаю, блин. Я выиграю, потому что маму Коля еще не активировал, только я пока активировала. У меня 2000 выиграла. Так. Да что идите голосовать? Выпадает только тем, кто за. А тем, кто против, еще больше выпадает. Я уверен. Мы с Тиклосом вчера фармим. Но я хочу просто Тиклосу тоже что-нибудь подарить. Мы же... Ты кто против? Ты кто за чем? Нет, конечно. Тем, кто против, еще больше, тем, чем кто за. Они довольны жизнью. А тем, кто за, что еще можно давать? Они так довольны. Да блин! Да блин, ну почему у меня закрытил, чел? Ну ладно, я сделал 2 кило. 2 кило это получается 40. А у меня 30. А, ну плюс 10. Вот, ну все. Так. Вот, видишь, пап, тебя видно. Пап, я же говорил, тебя видно будет. Да, пап, да. Тебя видно. Где меня видно? В зеркале, наверное. Я выбрала, да. Ох, так. Сейчас. Так. Девятый и десятый, ну давай. Я, кстати, в ПВС способ нашел фармить мимиков, ну давай. Давай где-то через час. Или как там, если, конечно, людей не зайдет, а я в лейты не буду сказать, как через час. Тем, кто за, Юль, тем, кто против, больше дадут. Я все объясняю логику. Чтобы они потом пришли и переголосовали. Кто позже пойдет голосовать? Кто под портупиком, вообще ноль. Сейчас уже поймут, что и так все нормально проголосовали, вообще ни хрена давать не будут. Так что, кто первый голосует, того и тапки. Сейчас фонд распределится, кто проголосовал. А кто будет в последний день голосовать, за ним уже ничего не будет. Конечно. Срочно. Так что все выйдите с ручками, в значках, с браслетами и с кодами. Сегодня регистрируйтесь, завтра уже эти. Поебало. Сегодня регистрируешь, а завтра поебало получается. Пап. Конечно, вы есть купасы. За баллы готовы родину продать. Я лично не знал. Ты понятно, ты вообще уже давно прошел родину. Вьетнамцам. Давай паспорт я скажу. Вьетнамцам родину продала уже. Ну а что, вы так входите в семью, 6 тысяч вам дадут на продукты.
там много куда можно, там можно в кафе пойти, там, в музей. Там в кафе можно, там шоколадницы есть. Аптека. Аптеки есть. Ты там что хочешь, выбираешь, и эти деньги тратишь просто в аптеке. Йо, всё. Побежал! Я Дикси активировал, и мы с Кило. Свои любимые места плачены. Ага. Юки. Вы чё смотрите? Какой пистолет? Ну блин. Ну ладно, я буду просыпаться. Давай, Юки, надо идти. Просто надо мне тоже идти срочно. Надо ебало получать. Ты что, сейчас собираешься ехать, что ли? Ну, пойдем прогуляемся, когда я прогуляюсь. Что, тоже хочешь? А что ты здесь не можешь проголосовать? Вы чё смеете? Убирай. Ну я если стоять, я его покрою. Там Женька ловит. Ловит окей, который поедет. Милиция и безопасность не ловит. Эти, которые синие, не видят, как они стоят, как они красные штуки. Из них, они стреляют. В крайнем случае у меня есть еще моя составка. Я еще и ее только сначала. Ты поняла, да? У меня есть подставка. Если они, конечно, не будут когда начать игры, не ставь, пожалуйста, где они будут играть. Ставь ее, А, ясно. Да я думаю, там от тысячи, я думаю. Там, я думаю, от тысячи двое, трёх. Ну, так, наверное. Я думаю, что это. Ну, не десятку.
что? А что мне говорить? Что мне нужно говорить? Я пока просто молчу. Что мне нужно сказать тебе? Не знаю, как хочешь. Можешь покупать, можешь не покупать. Тендер-тендер. Это называется кликбейт. Пригласи меня. Сейчас я открою группу и зайдешь сам. О, все, ты зашел. Да боже. Да нет. Это тупизм. У меня была одна ППшка тупо. Ну блин. Да Дедманус, хочешь сейчас пойти в это в ПВЕ, пока никого особо нету? Можем сгонять. Дикий череп, а я... Чего я? Зачем я тебе должен помогать в ПВЕ? Пошли, Дед Маус. А все. Уже все. Ты в тусе. Нет, я не в тусе. Гоя, с вами по Долгейм. Давай, заходи. Сначала мы выполняем Дедмаусу две миссии. 9 и 10 Планкертон, потом вам. Поздравляю, Дедмаус, что тебе надо 30 баксов. Сейчас сначала Дедмаус выполним.
Так. Так. Крем, не балуйся, там сказал. Я хочу взять не он новую рысь. Где она у меня? Так, мне нужен тот Крампус, 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 Крампус. О. Не стоит, сейчас зайдем. И что? Я знаю, что это не до нас. Эй, ты чисто когда у тебя есть неоновая рысь, короче, и в ПВЕ скин. И можно ее сразу таким же стилем сделать, по-моему. Да. Вы бы еще тут не ходили каждый раз. О, тиква зашел. Нужно еще кого-то. Кто-нибудь еще будет заходить? Да давай, Дедмаусу уже не надо, видимо, миссию выполнять. А что, мне интересно, что будет, если этого поулучшать? Бабах. Так. О, вот этот конструктор тоже. Кого еще можно? У меня такая есть. У меня игрушка такая есть. А, стоп. У меня там будет. Я здесь. Пусть будет легендарный. Пошли одеваться, Таня.
иди выбирай, что будешь делать. Так, 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 да, да, да. Иди, выбирай, пиши карточки сам. А нет, кого ты открываешь? Подожди. Ну, а они в другом ящике, здесь у тебя другие вещи. Блин. Не. За конструктора нужно. Значит, на ком я на нити. А за нить что у меня? У меня есть что-то за нить? Тиклес, ты говоришь? Помоги миссию пройти, я на скин новый коплю. А, вот, все. Я... Да. Окей. Давай дам коронку и пройдем миссию. Че? Куда? Ну, ё-моё. Да, но я попозже чуть-чуть, Тиклас, тебе помогу. Я пока не... Я гулять просто.